Мобилизован был, приехал в больницу, дали повестку. Мне даже не дали долечиться. При выполнении задачи резко поменялись, кинули, нас оставили, так бы сказать, на произвол судьбы, и мы попали, сдались в плен. Про свое отношение к происходящему, там, где позажирались и не хотят, бросают таких только, кто работает, кто не может откупиться. Так что, ребята, лучше убивайте. Куда глаза глядят, на военкомат не ходите. А если уж попали, то сразу переходите на сторону Вооруженных сил России.